привет-привет, что сегодня у нас три проекта, обеденный и, так сказать, десертный. Время, на самом деле, без 15-12, я встала в 11, отлучила котов от спальни и так чудесно спала. Ну а что, они сами напрашивались. Так, ладно, чем сегодня занимаемся? На обед будет пицца с тунцом, тесто здесь готовое уже. Тунец, сыр, лук, помидоры, огурец. Здесь будет салат. Здесь у нас тесто на пирожки. Оно уже поставлено с вечера. Здесь у нас готовится начинка. Пирожки будут с яблоками. Яблоки сейчас карамелизируются. Ну, как-то так. Яблоки без шкурки. Масло и сахар. Запах стоит умопомрачительный просто. Я начала готовить, думала, не буду снимать, но когда начало так пахнуть, думаю, ну как так-то? Это Дульсинея, у нее в душе весна. Это одна из причин, почему я их отлучила от спальни. Всех сразу. Так, ванильный сахар сюда тоже добавлю. Его открою. Зубами. А что делать? Я же в руках держу. Елочку еще не убрала. Но, в принципе, у нас, получается, только наступил старый Новый год в ночь, поэтому сегодня, может быть, к вечеру, может быть, завтра посмотрим. Елочку точно уберу, ну вот то, что стоит, а украшения, не знаю, буду смотреть. Так, яблочки еще выпариваются, если они выпариваются, начинают карамелизироваться, да что такое. Вот, с ванильным сахаром вообще запах бомбический. И начнут темнеть. Потом, пока начинка будет остывать, я сделаю пиццу, салат. Пока пицца будет готовиться, налеплю пирожки, поставлю. Потом пиццу вытащу. Будем обедать, завтракать. Пирожки будут готовиться. Ну, вот как-то вот такой вот план. План фронт работ. Пахнет, конечно. Все, я еще буквально, ну, минутки две вот так вот помешаю и буду выключать. Помешиваю, чтобы оно нигде не пристало. Да-да, нарезка так себе. Ну, как смогла, так и нарезала. Да, не придираемся к женщине. Кошка какая-то где-то мяукает. Так, все, с этим все. Сейчас я ее покормлю кормом, потому что эти не едят. Хотя Монджи постоянно у того же самого поставщика. И уринарии они уже ели. Обширончик, отойди. Ну что вы все пришли? Давай. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Придет. А вы что? Через плечо, да? Миски полные. Не знаю, что это такое. Почему не зашел? Перед этим прямо они тоже ели уринари. Дусь, ну-ка давай отсюда, блядюка.
А тут что-то не едят. Не знаю. Постирала, мне надо разобрать. И я помыла вот эти вот. Сполоснула их хорошенько, они высохли. Вот эти две коробочки, которые отсюда вот забрала. Под обувь поставлю. Боже, что творится. Так, ладно. Начинка у меня приготовилась. Сейчас буду заниматься пиццей. Так. Начинаем пиццей заниматься. Сейчас я его аккуратненько руками растяну по форме. Так, все готово. Выкладываем тунец. Блин, опять у меня эта херня сломалась. Да что ж такое-то? Ладно, открываем ножом. Ой, что ж делать? Так, тунчик в томатном соусе. Надо мне сегодня еще забрать с пункта Озона, заказала себе штаны пижамные, потому что вчера повыкидывала все. Не вчера, а когда это, господи, было, когда я разбирала это. Повыкидывала, короче, все, потому что поизнашивалось что-то. Где-то уже дырки, думаю, блин, надо купить себе что-то новенькое. Я вот, кстати, недавно смотрела какую-то тетеньку. Она показывала, что она носила 25 лет назад. И я, знаете, подумала... Нет, ну, тетенька молодец, прекрасно все выглядит, все у нее хорошо. Искренне завидую тому, что 25 лет назад она носит один и тот же размер. Но я, знаете, о чем подумала? Думаю, японский городовой. У меня, наверное... Я так часто что-то выкидываю, что-то покупаю из одежды, что у меня, наверное, нету в шкафу ничего такого, что там носилось бы 25 лет назад. Ну, максимум лет 10. Да, но у меня висит костюм хороший. Мне просто жалко его, честно говоря, выкинуть. Платье висит. Не, ну костюм что его выкидывать? Я его, может, еще одену. Если влезу. То есть какие-то такие вещи, которые реально жалко выкинуть. И зря. Потому что если вещь не носится хотя бы год, надо ее выбрасывать. Но, опять же, хороший брючный костюм, жалко выбрасывать. Я его, честно говоря, уже и не одевала лет 6 или 7. Так, лучок режем. Раньше на работу ходила. Какие-то важные дни. Потом на удаленке. Ну, уже куда ходить? Никуда не ходила. Ну, а сейчас эту работу, мне смысла нет хороший костюм одевать. Ну ничего, пусть лежит, может быть, еще куда-нибудь выгуляю. Ну, какой-нибудь променад летом. Ну, он такой, больше, наверное, все-таки летний. Летний-весенний. Так, лучок. Так. Второй,
вторую половинку на салат пойдет. Я люблю, когда в салате лучок. Красота среди бегущих и помидорчик свеженький. Так. Мужик, видите, перестал уже резать, надо его подточить. Новый когда был прям, ох. Ну, как-то так. И сырочек. Сырочка вот прям целую эту. Сырочком пиццу не испортишь, да? Так, сейчас пока трем, давайте включим. Духовку. Разогревается. И будет красота. Так, все. Эта красота идет в духовку. Так, а мы с вами начинаем резать салат. В принципе, на салат у нас огурчик. Наверное, целый огурчик возьмем. Огурчик, помидорчик и лучок. У меня, в принципе, есть еще капустка. Но я ее, наверное, не буду в салат класть. Она жестковата, я из нее буду делать ленивые голубцы. Вот теперь они все в спальне. Конечно. Но я, честно говоря, думала, что они там будут под дверью кричать, пытаться ломиться. Нет, дверь закрылась, никто не стал даже... Никто не пискнул. Может быть, потому что они привыкшие уже. Я же их уже несколько дней, когда ухожу на работу, дверь в спальню закрываю. Может быть, они уже привыкли, что ли? Может, они уже привыкли, что это возможно. Что дверь закрылась, и открыть ее невозможно. Потому что она тяжелая, и я думаю, они не могут ее подцепить. Лучок тоненько. Ну, что ж с кормом-то делать? Очень странно, что они его... Ну, не то, что они совсем его не едят. Они едят, но, вот, но реально вот по чуть-чуть. Вот так было, когда я им покупала, пробовала брит. Вроде, ну, как бы хороший состав, хороший корм. Неплохой, скажем так. Но они его ели очень мало. Они его ели очень мало. С одной стороны, это экономично, конечно, выгодно. Но подхудели, и им-то это как бы на пользу. Наверное, всем на пользу иногда бывает. Ну вот прям очень странно, потому что ну вот точно такой же закончился. У точно такого же продавца на Озоне. Не знаю, что это. Может, поставка какая-то другая. Он, блин, стоит 345 рублей, полтора килограмма. Такая незадача. Так, помидорчики. Можно ведь, конечно, немножко их обхитрить. Докупить, наверное, уринари Royal Canin рассыпной. И, ну, как бы перемешать.
Ну, тоже они это не сильно охотно будут есть. Ладно. Так. Все, что сюда? Солюшка. Где наша солюшка? Так, и растительное масло возьму, вот это нерафинированное. И все. Салат готов. И все, приступаем, наверное, к пирожкам, потому что пицца довольно быстро приготовится. Можно будет как раз уже пирожки поставить. Кристюша, ну я начала уже заниматься, я уже все включила. Растительное масло на всякий случай достала. Смотрите, какое хорошенькое. Хорошенькое, красивенькое тесто. Сегодня немножко. Я, честно говоря, на глаз определяю пирожки, поэтому они у меня всегда, не всегда, скажем так, одинакового размера. Ну, опять же, я же не на выставку пирожков их готовлю, правильно? А на просто на еду. Вот такие пока кругляшочки наделаю. Заготовочки. Куда? Куда все поставить? Так, чтобы все всем было видно. Тут яблоки пахнут. Ой. Просто бомбический запах. Защипываем. Защипываем, чтобы все осталось на месте. Ничего никуда не убежало. Дружочек, пирожочек.
В принципе, если готово тесто, наверное, можно сказать, что довольно быстро их можно и сделать. Но, опять же, нужно приноровиться, чтобы тесто получалось. Понимаете, тут же оказывается куча нюансов. Я, наконец-то, к 40 годам научилась печь пирожки. Это, конечно, знание гиперважное и нужное. Так, Рисю, сейчас тебя открою, погуляешь, подожди. Сейчас я вот этот вот защипну. Их надо хорошо защипывать, потому что они же сладкие. Сахар будет вытекать, если плохо защипнуть. И, наверное, потом фиг отмоешь даже этот коврик. Силиконовый. Так, ну, в общем, таким макаром делаю пирожочки. Так, пицца-то готова. О! Выключаем. А пирожочки еще нет. Сейчас быстренько доделываю. Так, последний на эту партию. Тютелька в тютельку осталось начинки. На все хватило. Это прекрасно. Это прекрасно. Так. И защипываем. Ну, конечно, все равно, может быть, если потекут. Ну, ладно, чё ж. Отмоем, как говорится, да? Что, ну, я тоже стараюсь так, знаете. Уж защипнуть, так защипнуть. Так. Все, сейчас их быстренько яичком помажем. И в духовочку. Я, конечно, знаю, что мажут иногда кто-то просто желтком, но я всегда яичко взбалтываю и мажу яичком, потому что мне потом этот желток, куда его девать, непонятно. Я яичницу каждый день не ем. В принципе, каждый день такие вещи не готовлю. Это готовлю только в выходные, как правило. Поэтому я мажу яичко. Причем стараюсь хорошенько промазать, чтобы начинка меньше вытекала. Ну, яичко прихватится, и типа раз, начинка меньше будет вытекать, если есть какие-то дырочки, отверстия. Так. Они еще увеличатся в объеме. Красавчики. К чаю. Все, довымазываю и вставлю. Пусть остывает немножечко салатик. Все, красота. Пирожочки готовятся. Вот они, красавчики. Так, я вытащила уже пирожки.
успела, не подгорели они у меня. Сейчас их немножечко накрою полотенчиком. И они будут стоять, остывать.